Рязанским казачьим кадетским классам исполнилось 15 лет. В связи с праздником 12 декабря во Дворце культуры Приокский прошло торжество, на котором кадеты-новички приняли клятвенное обязательство. Я клянусь стойкой России театральной кадетской жизни уважать честь и достоинство товарищей. Первые кадетские классы были открыты в школе-интернате номер 2 в 99 году. Организаторы проекта решили, что учеба в кадетских классах будет способствовать воспитанию нравственных качеств на приеме отечественной истории, героических подвигов русского народа, традиций российской армии. Классы с военной направленностью сегодня открыты во многих рязанских и районных школах. Сегодня мы являемся свидетелями рождения новых отрядов. Симпатичных молодых людей, готовых служить Родине и Отечеству, и Богу. Это очень важно. Каждый из них сознательно выбрал с вашей безусловной помощью этот вектор своего развития. И мы рады тому, что они сегодня, произнося слова обязательств, наверное, глубоко продумали их содержание и полностью отдают себе отчет, какой груз ответственности они принимают на себя. За 15 лет из кадетских классов выпущено 225 учащихся. Многие ребята поступили в высшие военно-учебные заведения, чтобы продолжить доблестную службу во благо нашей страны.